Привет всем, купил блок питания Thermaltake TR2S на 700 Вт. Сертификат 80+. Так, тут его номиналы. О, под 12-вольтный канал у нас идет 54 ампера. Это идет по реальному 648 Вт. Ну, добро, неплохо. Это его коэффициент, что у него до 65% загрузка как бы идет оптимально. Так что мы видим тут один стандартный 24 пина, процессорный 4+4, 5 штук SATA. Так, тут у нас 2 штуки 8 пин для видеокарты. Периферия, то есть Molex 5 штук. А, извинилась, у нас SATA 6 штук. Ну и старый под флоппи, ну, совсем не нужны. Перейдем к анбоксингу. Ну, коробка добротная, красивая. В стиле Thermaltake. Кстати, он поддерживает там архитектуру Haswell, не знаю, почему это пишут. Это четвертое поколение процессоров Intel. Ну, типа там оптимальнее все с загрузками. ERP — это технология от Asus. Так, его книжечка, то же самое на китайском. Ладно. Фирменный кабель подключения. И вот сама мощь блок питания. О, да, тяжелая, довольно тяжелая, я вам скажу. Компонентная база, если не ошибаюсь, это CVS, кажется, называется. Там, ну, китайский производитель компонентов, блоков питания и так далее. Сейчас посмотрим все вблизи. О, как обычно. Ну, корпус неплохой. Открываем выключатель. 120-миллиметровый кулер. Его номиналы тоже написаны. И перейдем к кабелям. Кстати, кабели у него до 51 сантиметра, кстати. Он подойдет даже для фулл-тауэров, если вы будете собирать компьютер. Ну, это 24 пина. Это его Molex и SATA, как обычно. Там было написано 5 Molex, 6 SATA. Ну, на сегодняшний день столько как бы коннекторов для более старого подключения уже не очень нужно. Так, я хочу найти процессор. Это процессор на 4 пин, 8 пин, 4+4. И вот, нашел. И вот для видеокарты. 2 штучки, 8 пин. То есть вы можете как бы питать видеокарточку до 300-350 ваттов. Мне нравится. Спасибо, Thermaltake.